привет на канале Fallout 87, и с вами снова я, Фоллэйч, и сегодня мы продолжаем после долгих стримов проходить игру Far Cry Primal. Сегодня у нас, как видите, локалочка, локальная запись, и мы продолжаем, собственно. Давайте посмотрим, что у нас там по заданиям есть интересного. Есть у нас, в принципе, задание деревни не так далеко. Можно, в принципе, выполнить попутно, переместившись сначала сюда, и потом сразу же задание деревни выполнить. Быстренько выполним. Так, кстати, как у нас там со стрелами? А, у нас... Ну, давайте лук возьмем. Так, куточек, иди сюда. Вот, наша киса бежит. Вот он, молодец. Саблезубик. Он нам помогал в прошлые разы, в прошлые стримы. Он нам очень даже помогал. Сюда. Вот так, отличненько. То есть два удара, и он труп. Ну, точнее, две стрелы. Так, нам надо 190 метров добежать. Ну, давайте добежим быстренько. Так, наша киса там кого-то... Кого-то она отогнала. Так, давайте дерево возьмем. Дерево нам нужно. Дерево нам важно, потому как у нас, как видели, ресурсов нету на... Что-то там кто-то орет диким... Воплями. Ух ты, нифига себе. Ой-ё. Это что, медведь был, что ли? Точно, смотрите-ка, медведь горящий. Медведь. Давайте-ка мы его... А, его уже завалили. Так, все. Так, ты все, больше не горишь? Отлично, он теперь не горит. Там, там кто это ходит? Так вот, хрясь. И загорелся, загорелся он. Ой, я уж думал это... А, вот он горящий. Да что ж такое-то? Убежал все-таки. Негодяй, негодяй убежал. Так, задание деревни у нас здесь вот внизу. Блин. Как-то надо спуститься быстренько. А, вот, смотрите, ребята, у нас есть крюк, который мы можем использовать для того, чтобы спуститься. Благо у нас это приспособление теперь есть. Ну и, соответственно, отпрыгивая, можно... ну давай еще. Вот, отличненько. Все, по-моему, спустились. Отличненько, все, спустились. До нашего... А, наш тигр, он уже прибежал. Прибежал, уже всех сманил, так сказать. Испугал. Так, что у нас тут? Лунные грибы для новорожденного Винджа. Ну давайте, давайте. Найти лунный гриб. Так, доберитесь до места. Где там это место? Ага, вон оно. Место недалеко, в принципе, 170 метров всего-навсего. Сейчас мы быстренько добежим, все быстренько там соберем, и мелкие у нас будут жить долго и счастливо, собственно, учиться всему, что наш токар завещал. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Так, давайте, у нас дерево нам нужно, дерево нам важно. Это очень здорово. И вот мы добежали наконец-то до пещеры, в которой наверняка нас кто-то ожидает. Давайте лучше копье возьмем, да. Копье у нас наполовину прокачано, но, в принципе, оно неплохо нам и так сгодится. Так, а почему такая темнота? Давайте дубинку все-таки зажжем и будем искать те цветочки, которые, грибы точнее, которые нам нужны. А их, то бишь, нужно собрать 5. Так, где тут... Ох, иди нахрен. Зараза, еще и убежал. Так, кого он там жрал? А, это он здесь какой-то мешок, бурдюк, блин, ел, так называемо. Так, давай зажжем еще раз. Ах ты ж, блин. Получи. Так, получил, да? Так, где наши грибы? Грибы, грибочечки мои. Так, здесь у нас опять какое-то мясо непонятное. Значит, нам наверх или вперед? Наверх или вперед? Давайте по низу сначала пройдемся, посмотрим, что у нас здесь. Нет, давайте наверх тогда. Скорее всего, наверху хотя бы один цветочек-то, точнее, грибочек и должен быть. Ну-ка, давайте посмотрим. Нет, обломись, здесь нет нифига. А, хотя здесь можно вот так вот. Хоп. А, это чтобы обойти мишку. Ни хрена себе мишка там. Так, давайте-ка, ну-ка. Так, кстати говоря, давайте подожжем мишку. Вот так вот, хрясь.
Гори, Мишка, гори, гори ясно, Мишка, чтобы не погасло. Так, где там наш огонь? Вот, наш огонь. Наш супер-мега-факел, автофакел так называемый. Так, Мишку, скорее всего, все-таки убить придется, потому как он нам не даст спокойно собрать грибочки, которых почему-то я найти не могу. Я вот нахожу мясо всякое, вот получу. Ох ты ж, зараза, Михаил Потапыч, давай. Получи, получи, говорю тебе, гори, гори. Ах ты ж, зараза. Нафиг. Так, поели. Ну-ка иди сюда, где ты? Где ты есть, медведь шелудивый? Иди сюда, я твою жопу подожгу. Давай, давай, давай. Во, вот так вот. Все, помер. Помер наш Мишка, так и не дожив до своего совершеннолетия. Так, а где цветы-то? Где, точнее, эти грибы-то дурацкие? Мать их за ногу. Что ж такое-то? Где же грибочки? Так, собираем. Где же грибочки? Медведя уже завалили, а грибочков-то и нету, ребята. Это что такое? Непонятно. Тут кто-то еще рычит. Здорово, волчара, получи. Получи по сусалам. Да блин. Зажги ты, блин, этот факел. Тут еще волк прирежет. Вообще будет замечательно. Давайте посмотрим. О! А, здесь мы уже бегали, все понятно. Мы здесь уже ходили. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так я что-то не понял, ребята, где грибы-то? Это мы, походу, выходим, наоборот, на выход пошли. Что-то грибов я и не увидел. Вот это, что ли, хотите сказать? Нет. Где этот? Вот, получи. Так, а может быть, нам вообще и не в пещеру надо было? Да нет, вроде в пещеру. Лунные грибы светятся в... А-а-а, ребята, вон оно что. Нам нужны были грибы, но мы взяли... О, кстати говоря, стрелы. Стрелы нам пригодятся. Я не прочитал. Вот они, лунные грибы. Все, вот, взяли один. Они в темноте светятся, и, соответственно, мы можем их собрать. А если бы мы не брали факел, мы бы их сразу нашли. Да, мы бы их сразу нашли, и было бы нам счастье. Но факел мы взяли. Ладно, не суть, да важно. Главное, что мы уже разобрались. Так, нам надо еще один гриб. Вот он. Последний гриб, который... Да, блин, иди сюда. Во. Отличненько. Так, где там наш автофакел? Отличненько. Все. Ну, собственно, мы задание выполнили. Не такое уж оно прям и сложное. Точнее, я бы сказал, оно вообще нифига не сложное. О, кто-то нас встречает. Что раскричалось-то? Отнеси, отнеси, молодец, отнеси ты ребенку. Дети наши, все. Так, какие у нас тут задания? Ну, это простецкое совсем задание было. А здесь у нас... Ух ты ж, сколько тут заданий-то. А, сложность высокая. Давайте, наверное, пока повыполняем более простые задания какие-то. Да, да здесь, в принципе, все высокая сложность-то. Так, куда мы можем податься? Давайте, наверное, сюда перейдем. Здесь вот война племен, убийство. Вот видите, есть более-менее задание. Оно еще и близко к переходу. Так что выполним, начнем с него. Так, ну вот, мы загрузились. И 200 метров до нашего задания надо. Так, тигра уже за нами бежит во всю припрыжку, что говорится. Давай-давай, плыви. Так, 140 метров, в принципе, недалеко. Сейчас доплывем. Интересно, здесь рыбы эти на нас нападать будут или не будут? Надеюсь, что не будут, потому как они нас коцают, а мы их в воде покоцать не можем. И это есть очень большой минус для нас, по крайней мере. Так, ну, 70 метров, давай, плыви, плыви, греби своими ладошками. Така. Ух ты, это что это? Нифига себе, он что, с неба свалился с таким грохотом?
Так, ну вот, как раз мы подбежали к заданию. Нужно кого-то завалить. Война племен, убийство. Награды, одно очко навыка. Отлично, очко навыка, это здорово. Так, ну и чё, куда нам надо? 130 метров. 120, 110. Доберитесь до места, так. Как раз деревца возьмем. Дерево нам твердое, что говорится, нужно. Так, убейте вожака, вождя, и обыщите его труп. Бонус, не дайте себя обнаружить. Все, понял. Так, ты кто? А ты кто? Ага. Давайте-ка мы вызовем все-таки сову. Так будет удобней гораздо. Все-таки с совой-то. Так, давайте смотреть. Ага, вот они, вот они. Это что, вожак? На него напасть нельзя. Так, здесь обычный стрелок из лука. Так, мы можем... А, мы нифига не можем. У нас нету нашей так называемой бомбы-вонючки. Ну, давайте вот этого завалим. Лучника, собственно. Так вот, потихой. И улетим. О, девку голую мы завалили. Офигеть. Деваха. Так, попробуем вот этого завалить. Что он там делает, непонятное. Отличный выстрел. Отлично. Так, тигра, ну-ка уйди нафиг. Так, нас кто-то там пытается заметить. А мы бежим, а мы бежим. Нас не заметят. Ага, вождь пошел куда-то там кого-то искать. Они, видать, всполошились. Ну, давайте попробуем вождя вот так вот хренакнуть. Отлично, мы завалили вождя, и это круто. Вот, смотрите, сейчас мы если еще завалим вот этого лучника, будет вообще охрененно. Блин. Да чтоб тебя, блин, лучник херов. Подмога в пути, зашибись, бляха-муха. Получи, блин, умри. Так, какая нафиг там подмога? Где? В каком пути? Ох ты, ни хрена себе. Вот, получи в бошку себе. Эй, что-то я здесь выпилился так. Ну-ка, жрать их. Жрать, киса. Да. Получи, вот так. Отличный бросочек копья, да. Кто у нас там остался? Блин, ну, ребята, ну мы... Все-таки незамеченными убили этого вождя. Там, может быть, нам все-таки бонус дадут, а? Бонус, ну дайте бонус, а? Нет, бонус нам, походу, не дали. Ах ты ж, зараза, еще кидается. Вот так, получи. Ну, главное, что задание мы выполнили. Это уже есть хорошо. Давай, плыви. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ты где его тут убил-то? Не понял. Он же только что здесь был. Трупак его. Ну, ёперный... А, его снесло. Ни хрена себе его снесло. Да, и копье хоть забрали. Уже хорошо. Так, ладно, выполнили дополнительное. Давайте, наверное, для интересу. Для интересу. У нас, кстати говоря, кострище здесь. Почему мы до сих пор это кострище не активировали? Оно совсем недалеко. Всего лишь 200 метров. Давайте добежим, наверное, до него. Так, что у нас там со стрелами? А, кстати говоря, стрелы. Да, надо дерево все-таки собирать, иначе у нас стрел совсем не останется. И это будет очень плохо. Это будет прискорбно, я бы так сказал. Так, что у нас здесь? Киса, давай догоняй меня. Вот такой неспешный, я бы сказал, дорогие друзья, геймплей. То есть бегаем по лесу, ищем всяких аборигенов, пытаемся их приструнить. А иногда они нас могут приструнить. Волки, идите на... О, стой! Бляха-муха, а. Так. Подождите, подождите, а почему я... А, приманок у нас не было, во. Отлично, приманка это нужна, потому что там белый какой-то вот. Иди сюда, белый, Белый, мать твою, за ногу. Киса, вот ты вот всех пугаешь, блин. Ладно, давайте побежим дальше. Так, как бы нам здесь забраться наверх, на самое?
на самый верх, чтобы зажечь этот костер наконец-то. Не удалось приманить животное. Да и фиг бы с ним, с этим животным. Главное, что мы уже подбежали к нашему кострищу. И здесь, походу, возможно, кто-то будет. Давайте вот здесь заберемся. Для пущей безопасности. А то мало ли кто-то здесь окажется. Получи нахрен. Получи, я тебе сказал. И этого вот. Ох ты, ни хрена себе. И нас убили. Так, продолжаем. Нас все-таки коварные злодеи эти аборигены смогли убить. Давайте возьмем обратно лук. И бегом, бегом вперед. Так, тут у нас кто-то бежит к нам. Но наш тигр всех отогнал доблестно и сердито, что говорится. Так, это наши. Да чё вы тут разорались там? О! Тигра, я тебя приманить. Я тебя приманить. Тигра, ну ты куда побежать-то? Блин, он убежать из-за нашего... из-за нашего тигра, получается. Вот кто-то бежать сюда. Ах ты, зараза, умри. Да уж. Что называется, блин, не помогли им, ну... Ладно уж, они, наверное, нас простят в следующей жизни. Тигра тут всех, блин, спугивает. Зачем он это делает, я понять не могу. Так, 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 так. Вот здесь заберемся. Вперед. Где там этот кострище, блин? С этими аборигенами, которые нас уже убить успели один раз. Надо им отомстить за это. Да, надо им за это отомстить. Вот здесь, кстати, пологий вход есть. И это есть хорошо. Кстати говоря, сколько у нас там... Ой, зря это сделал. Ну ладно. Вот так вот. Горящим копьем тебя хренак. Ах ты, блин! Бей его, бей киса. Я тебе помогу вот так. Хрясь ему в спину. Хрясь еще. Хрясь. О, умрешь ты, блин. Наконец-то. Так, кто там? Блин, я своего кошака, блин, жахнул. Это что такое-то? Кто там, блин, где? Твою мать. Да ёперный бабай, ребята, это что-то вообще из ряда вон выходящего. Пока мы самого крутого били, нас убили. Так, где наш тигренок? Вот он, давайте его позовем. И вперед. Да, кстати, посмотрим, что здесь у нас. Сон? Спать до рассвета? Не, какой нафиг сон? Вот, да блин. Жир зверя. Ладно, фиг с ним, не хочет браться, не надо. Да иди же ты давай, ёлы-палы. Все, бежим. Все, теперь сейчас уже не косячим, уже все правильно как надо делаем. По-тихому подходим, всех расфигачиваем. Тигру натравливаем, так что будет круто. Короче, тигра мы отвлекаем самого крутого из них, а всех остальных уже валим быстренько луком. Ну или копьем, что как там получится. Ну а дальше уже, если тигру убьют, то добиваем самого крутого. Я думаю, получится, и получится шустренько и быстренько это все сделать. Ну давай, беги. Так, зелень всякую соберем попутно. Тигра, ты там, блин, где бегаешь? Тут на меня какая-то зараза нападать пыталась. Умри. Мясо собрали. Ну, мясо тоже, в принципе, неплохо. Можем тигру полечить или самому полечиться. Это уже хорошо. Так, ну вот. Давайте здесь сейчас аккуратненько все сделаем.
на этого натравляем кису. И по-тихому. Так, один пошел летать. Так, второй. Да что ж такое? Да блин. Эй, да ёпперный бабай, это что ж такое-то? Невезуха какая-то на ровном месте, ребята. Что-то косячу я вообще, капец, как конкретно косячу. Так, где там наш? Эй. Да блин, не того позвал. Все, все правильно сделали, идем дальше. Где там наш костерчик? Вот он. Так, ну что ж, ребята, мы уже который раз бежим. Что-то меня это раздражать начинает. Это очень несправедливо. Какую-то мелочь, считай, шпану какую-то перебить не можем. Просто косячим, обкосячиваемся прям, я бы так сказал. Так, погодите, здесь вход наверх есть. Давайте сюда пойдем. Да, вот так вот. Сюда наверх. Давай, 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 беги, 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 беги. Киса, давай быстрее за мной, догоняй. Это что это? Иди нахрен. Кисун, давай быстрее. Так. Давайте посмотрим, что мы можем сейчас сделать. Вот этого мы вот так вот убивать кисой отправляем. И начинаем аккуратненько валить. Отлично. Двоих завалили. Получи. Ну, умри. Да что ж такое, он такой крутой-то. Умри, замечательно. Ну, наконец-то мы завалили всех. Так, киса, вставай. Ты мне живой нужен. Да. Так, стрелы, дубинки, копья, все мы собрали. Так, теперь нужно это все поджечь. Так, аккуратненько вот так поджигаем. Ну и, собственно, вот, пожалуйста, наконец-то мы кострища подожгли. Теперь у нас ночной дозор, захват сигнального костра. Отлично, 600 очков, это здорово. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть поблизости из заданий. Вот здесь есть какую-то помощь Винджа задание. Так, здесь у нас костер есть. И дальше впереди, впереди. А давайте, может быть, вот это задание попробуем выполнить. А попутно еще и вот этот вот аванпост захватить. Так, сюда мы, соответственно, переместимся быстренько автоматом. Быстрым перемещением. И пойдем с помощью нашего ненаглядного лука убивать всех. Всех, кто нам попадется. Да-да, на нашем пути. Так, кстати говоря, у нас умение, очко умений. Что же мы можем здесь улучшить? Так, расстояние, на котором это понятно. Первобытное исцеление. Улучшение регенерации. Низкий старт. Давайте улучшение регенерации сделаем. То есть у нас быстрее регенерировать он будет. Увеличено, чтобы принуждать. А, давайте тоже это вот разовьем. Это очень удобно. То есть в присядку ходить быстро. То есть гуськом он умеет ходить. То есть это, знаете, как упражнение на физкультуре. Вот именно, вот таким вот образом он у нас бегает. Теперь Токар, он быстро передвигается на карачках, другими словами. Ух ты, нифига себе, мы свалились прям. Бегом, давай, беги, 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 беги. Нам 600 метров еще бежать до этого, до аванпоста так называемого. Скорее всего, это не то чтобы аванпост, скорее всего, какой-нибудь наподобие пещеры там или еще что-нибудь, какого-нибудь подобного естественного укрытия. Так, здесь, по-моему, опять обрыв. Что-то тут обрыв. Дай, киса, иди-ка сюда, тебя полечить хочу. Да, иди вот сюда, полечу вот так. Стой, лечись давай. Ой, ты мой маленький, пушистенький, лохматенький так.
А да, тут можно и свалиться. Так. Да, вот, аккуратненько, если. Вот так вот. Хопа, вот так. Хоп, хоп, хоп. И камешек как раз собрать. Так, камешки собрали. Так, тут наши бегают. О, присели на привале, что говорится. Хе-хе, отдохнуть. Пикничок у них тут, ребята, намечался. Со шашлыкчиками. Все понятно. Так, и что нам там еще? 380 метров. Да, еще далековато бежать. Через эту реку еще перейти придется. Так, быстренько спрыгнем. Вот так, аккуратненько, чтобы не разбиться. Да, вот это, кстати говоря, особенность всех. Так, блин, аккуратно здесь. Ой, блин, это кто это? Кто там на меня пыхать начал? Ой. Я думаю, там что-то большое, а тут оказывается совсем маленькое. Так, мимо вот этих носорогов пробежим. Надеюсь, они нас убивать не станут. Мы тем более поплыли. Вот так вот. Все, уплыли. А что-то они на каком-то острове что-то делают, непонятно. Ух ты, нифига себе. Умри, умри, блин, крокодила кусок. Напал на нас, нифига себе. Так, а мы можем у него шкуру содрать? Да, мы... А, нет, мы мясо просто содрали. Ну ладно, тоже неплохо. Так, кисун уже перебрался, так что идем дальше. Вот бы было прикольно, если бы можно было приручить самого крокодила. Так, дерево. Дерево нам пригодится. Так, ну тут нужно будет забираться наверх. А вот каким образом это сделать? Тоже вот еще вопрос. Еще тот вопрос. Носорогов. Носорогов нет. Давайте, ребята, мы носорогов трогать не будем. Они сильно какие-то жесткие. Вот там чувак какой-то ходит. Вот так его так. Хрясь. Вот и весь бой. Как он нас с расстояния с такого заметил? Надо было пригнуться, прежде чем его убить. Ну да ладно, в принципе, и так тоже неплохо получилось. Так, отлично, все собираем попутно. 70 метров, то есть мы почти добрались. Интересно, здесь будет этот крюк? Место для забрасывания крюка. Это было бы здорово, чтобы забраться сюда. Чтобы сильно далеко не обходить. Было бы круто. Да, есть, есть. Мы сможем... как какой-нибудь Рэмбо подобраться тихо и незамеченно снизу через скалы. Да, вот так вот. Да, мы почти наверх забрались. Так, наверх еще можно. Еще можно выше. И это будет очень круто. Мы в центр лагеря, походу, заберемся, ребята. Да. Так, давайте-ка вызовем нашу сову и посмотрим, что у нас здесь есть вообще, кто у нас тут есть. Всех быстренько обнаружим. Так, вот этого можно и так завалить. Отличненько, вот так вот быстренько хрясь его и все. Птичкой завалили. Теперь мы, по крайней мере, так, киса, давай-ка кушай. Да, вот так съедай. Отлично, молодец. Отлично, выстрел в голову, причем очень хороший выстрел в голову. Так, надо теперь аккуратненько всех остальных перевалить. В идеале было бы это очень здорово. Ну где ты? Я же знаю, что ты здесь где-то стоишь. Блин, вот. А, это спит он, прикиньте. Вот так вот в голову прямо. Нас чуть не спалили. Нас чуть кто-то... Отлично. Давайте-ка разрушим вот эту хреновину. Вот так вот. Отлично. Они подмогу не смогут вызвать. Это уже круто. Так. Ну-ка, иди сюда. Отличный выстрел. Главное сейчас не спалиться. Знать бы еще, сколько их здесь.
Давайте сбоку, наверное, зайдем. Попробуем сбоку зайти. О, кто-то дрыхнет. Так, по-тихому всех перережем. Кого сможем. Отличненько. Ну-ка, блин, тигра, уйди нахрен. Да ёлы-палы, отойди ты оттуда, из дверей с этих. Да куда ты понесся, придурок? Ага, вон, один лежит. Давайте аккуратненько, пока они все дрыхнут. Здесь на выходе никого. Неужели, ребята, нам светит бонус за тихое, за тихий захват лагеря? Нет, пока еще не всех завалили. Так, вот того сейчас завалим. И надеюсь, что все это будет так. А, вот с этой стороны можно его завалить. Здесь мы уже благополучно всех перевалили. И... отлично! Тихий захват лагеря. Ребята, это первый раз, когда мы по-тихому, что говорится, по стелсу захватили лагерь. И нифига себе бонус. Вас не заметили. 1500 очков бонуса. Это круто. Это круто, ребята. Это 2000 за захват одного лагеря. Ну что ж, получилось очень здорово. 2200 даже. Ух ты, нифига себе, 2200. Это тоже супер. Так, давайте смотрим, что у нас дальше. И у нас здесь вот поблизости находится, собственно, задание. Давайте его выделим. Урки-мыслитель. Урки-мыслитель. Интересное название. Так, и у нас есть одно умение, очко умений. Ну, пока мы его тратить никуда не будем. Так, ну пойдемте вперед. На выход, что говорится. Да, вот наши соплеменники прибежали. Так. Можем там что-то создать? О, отлично. Стрелы создали. Это здорово. Так. Здесь дорога такая. Ха, интересная. Через камни. Ну ладно, не суть, да важно. Бежим наверх. Будем смотреть, что здесь есть, собственно, какое там задание. Оно, кстати говоря, близко, всего 200 метров, и это здорово, это радует, очень радует. Ягуар, походу, какой-то. Блин, здесь животных, ту его куча вообще. Вон кто-то на нас напасть пытался даже. Но уже не нападает. Так, 100 метров, 100 метров, ребята, уже почти догнали, ой, догнали, добрались, уже почти добрались до этого задания, тут вот совсем рядом оно. Блин, забраться наверх как-то надо. А, ну вот, собственно, мы можем забраться таким вот образом. Отлично, мы забрались. Давай, оп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и забрались, отличненько. Интересно, тут враги есть? Нет, врагов... Ой, не понял. Я уж думал, я застрял. Так. Ну что ж, давайте посмотрим, где тут какое задание. Что за задание, интересно? Какая-то заставочка? Нифига себе, ребята, заставочка. Он что, птиц кидает об стену? Ни хрена себе. Квашти паташта. Это что это? Это что, джамшут, что ли? Начальника. Ага, первый икар.
Урки said we have Patradaha to Urki Patash. To Urki Patash. Это реально джамшут был, ребята. Новые, точнее, его предыдущие воплощения. Лети словно птица. Так, и что нам нужно сделать? Так, ни хрена себе, блин, 100 метров. Ну ладно, давайте попробуем аккуратненько отсюда свалиться. Ох ты, блин. Ну не совсем аккуратненько, но лучше, чем могло показаться на первый взгляд. Так, нам нужно, получается, снежная птица, черепаха, ворон, грыз, рыба. Так, да кто это у меня там? О! Вот так один, вот так второй. Как они меня, интересно, не заметили даже здесь. Так, ну давайте искать. Нам рыбки, вон, я вижу, плавают. Это кто у нас? Тигр, что ли, там? Блин, кто там нас пытается палить сзади? Непонятно. Так, давайте смотреть еще. Вот птичка какая-то есть. Оп. А, это ни хрена не птичка была, поняли, да? Так. Блин. Как нам птиц нужных искать? Это что такое вообще здесь? А, это убитый здесь. Топир, что ли? Точно, топир. Все верно. Так, нам вообще птички нужны. Птички тут у нас... Ну-ка, приманят, не приманят. И тот уже сдриснул. Так, великие прошва... Тут ты, блин, название, конечно, у них. Ага, подстрелил одного таки. Вали того, давай-давай. Не отлынивай. Так. Ребят, нам нужны стрелы. Без стрел мы не сможем никого завалить. Точнее, никакую птичку поймать-то. Кто там, блин, где орёт? А, вот ты где орёшь. Иди сюда. Получи прямо в лобешник себе. О, еще кто-то там. Короче, всех перебили. Так, и навык еще получили. Это хорошо. Так, что там? Тайник. Что у нас в тайнике? Вот как раз нам древесина нужна. Почему я древесину не могу взять? Мне древесина нужна, ребята. Тайник, мешок. Мешок, тайник. А что у нас в мешке? До хрена древесины, что ли, хотите сказать? А, во! Так, это мы что взяли? Северный кедр, понятно. Северный кедр у нас много. Так, давайте шкурки возьмем. Шкурки нам пригодятся. Так, это у нас... А, во, прочной древесины у нас нет. Вот чего у нас не хватает. Давайте это соберем. Нам нужно это, очень причем нужно. Мы с помощью древесины прочной сможем сделать все стрелы. А, собственно, у нас стрел-то только и не хватало. Хотя вот у нас еще бомбы тут можно... Эти ножи сделать. Так, ладно, приступим к заданию. Нам нужна снежная птичка. Снежная птичка, я так понимаю, вон она летает. Как ее бы подстрелить бы, эту снежную птичку? Это вопрос, ребята, это вопрос. Наверное, придется наверх вот туда забираться. Ладно, давайте снизу начнем. Нам нужны рыбы. Вот рыба плавает. Ага, вот, одну рыбу мы схватили. Давайте быстренько до нее доползем. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Так, отлично. Грыз рыба. Так, все, грыз рыбу мы взяли. Теперь нам нужна черепаха. Ох ты, блин, иди нафиг. Так, черепаха. Где у нас черепаха? Что-то тут, блин, врагов столько. Где они там, отреспились, что ли? Точно, смотрите, вон, бегают. Попробуй, попади сначала. Так. Черепаха, черепаха, это рыба. Вон, по-моему, черепаха. Да, все верно. Поплыли сюда. Быстро и шустро. Так, нас там рыба, походу, хреначит. Да. Нас рыба хреначила. Вон, еще одна плывет. А фиг тебе, я уже почти убежал. Так. Вот она, наша черепаха. Черепаха. Ох ты, нифига себе, мы с одного удара ее вынесли. Так. Что нам нужен? Еще нам, получается, две птички нужны. Нам ворон нужен и снежная птица. Блин, снежная рыба.
Так, ну, черепахи нам нафиг не сдались. Хоп. Так, вот, забрались куда-то мы. Давайте посмотрим, куда мы, собственно, забрались. А, я подозреваю, что нам наверх туда надо ползти, хотя не факт. Не факт, да. Давайте кису покормим нашу. Да, вот. Кущий маленький. Киска. Так, вот как вот ее завалить эту... Да, блин. Блин, вот как вот ее валить, а? О, а почему я в воде оказался? Что за бред? Так, ну, плыви быстрее, что ли. Пока тебя там он рыба в задницу не накусает. Так. Тик-тик-тик-тик-тик. Что ж делать-то? Да, блин. Так, подозреваю, что нужно совой этих птичек валить. Так, сова, иди сюда. Так, и где птицы? А почему я птиц не вижу, ребят? Летая совой, ну давайте повыше поднимемся. Так, понятно. Понятно, что пока в данный момент ничего не понятно, как валить этих птиц. Может, есть какая-то приманка, что ли? Ну, давайте попробуем сюда забраться наверх. Может быть, что полезное здесь окажется, или может, сверху будет проще их валить. Ну, кто его знает. Так, птицы. Так, рыбы вижу. Вот птичка летает. Ты где? А, вон. Вот как тебя вот убить, а? Птица, а? Ну, ты скажи мне, пожалуйста. Я вот не представляю, как тебя убивать. Ага. Хе-хе-хе. Так, ладно, давайте посмотрим. Может быть, все-таки совой можно как-то. Ну, блин, ну реально... Птиц... С лука стрелять я буду ту его кучу времени. Ага, вон птичка. Ну-ка давай как за ней. Вот она. Ну-ка. Че, мы не можем, что ли, ее вальнуть? Ну что за бред, а? Зрение охотника, послать зверя, точка маршрута, выйти, выбор, бомбу, бросить бомбу. Понятно, а что это там у нас? Покоцаны. И что толку? Вот нахрена я это сделал, спрашивается. Так, ладно. Видимо, все-таки как-то надо их валить. Даже не представляю, как. Что ж такое-то? Мне это вот такие миссии вымораживают, где непонятно вообще, что делать. Или даже не то, что непонятно. Непонятно, как это выполнить. Это все задание. Как вот нам вот завалить этих птичек? Так, последняя стрела. Замечаю. А что это я сполз еще из камня, блин, капец. Да. Ну ладно, ребята, на сегодня мы по птичкам уже настрелялись. Так что всем спасибо, кто был на канале Fallout 87. С вами был Фолуч. Всем до новых встреч. Пока.